Всем привет, с вами Квина, и сегодня у нас новогодний конкурс Тинкерблс и все такое. Да, я подумала, решила сделать и вам, и мне хорошо. Дело в том, что я хочу сделать результирующее видео за весь год, так сказать, сделать итог этого года, и мне для этого нужна ваша помощь, ребята. Я хочу вспомнить все видео этого, или, может, даже предыдущего года, но все то, что я... все самое интересное, все самое веселое, все трагичное. Ну, лучше, конечно, веселое. Всякие разные моменты. Я надеюсь, что вы мне поможете их найти. Итак, рассказываю условия участия. Вам нужно выбрать момент на видео, где я веселюсь, то есть что-то смешное делаю, или грущу, или пугаюсь. От 1 до 3 таких моментов вы можете выбрать и разместить 3 поста с этими моментами. То есть участником считается каждый из ваших 3 постов. Не больше 3, я буду проверять. Если победитель разместил больше 3, он выбывает. Следующий момент. Нельзя повторять моменты, такие же самые, как взяли другие участники. Они будут удаляться или дисквалифицироваться, еще не решила, но точно нельзя, так что проверяйте, чтобы не повторяться. Следующий момент. Это должны быть не те же самые моменты, которые я использовала для видео в прошлом году. Ссылку на это видео я сейчас размещаю, вы можете посмотреть его и сравнить, чтобы не повторяться, и также вы поймете, что я от вас хочу. Следующий момент. Конкурс проходит до 1 числа, до 1 января. Розыгрыш проходит до 7 числа. То есть все будут учитываться только все эти вот ссылки, которые размещены до 1 числа. Ссылки размещайте под этим видео. Не забывайте, что ссылка должна вести не на видео, а на именно момент видео. То есть с циферками она должна быть. И самое главное, приз. Приз будет «Ведьмак. Дикая охота». Третий ведьмак будет со всякими плюшками из гоговского сервиса. Почему гоговский? Там разные есть действительно интересные плюшки. Сейчас вы видите их на экране. И также это вы напрямую поддерживаете производителей этой игры, что я считаю очень правильным. Так что очевидно, что те, кто раньше будет участвовать в этом конкурсе, получат преимущество, потому что меньше шанс повториться с другими какими-то участниками. Что ж, я надеюсь, я вполне доступно вам объяснила. Всем удачи в участии. Давайте, приступайте. С наступающими праздниками вас!